Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и мы продолжаем нашу серию прохождений Far Cry Primal. Вот наш волк, который мы приручили в прошлой серии. Наступил день, все хорошо, мило, ярко, приятно. Давайте попроходим какие-нибудь миссии, помимо основных. Вот смотрите, давно уже пускаю слюни вот на эту миссию. Хочу посмотреть, что же там все-таки нас ждет. А еще по-хорошему бы мне перья надыбать. Где-то я сейчас слышал ворону. О, так, цекушек, раз у нас не приручена собака, давайте приручим эту детку. Так, как бы мне ее не спугнуть просто. Я ж как нихер делать могу испугнуть. Давайте мясо туда кинем, всяко заинтересуется. Так, она жрет. Да, мясо. Ждем. Кто? Волк. Так, не понял ни хрена. И какого хрена, мягко говоря, произошло? Ты что такой дерзкий? По-моему, у меня уже есть. Да? Да, ты у меня уже есть, ну. Ладно, хрен с тобой, вали отсюда. Блин, сожрал нашу приманку. Да. Сейчас буду ворчать. Так, 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 так. Скотину убили все равно, а? Давай, давай, стреляй, стреляй. Я тоже могу. Собака, а? Ты куда от меня спрятался? Иди сюда. Сюда иди. Уродица. Взял, блин, убил нашего дружбана. Не смогли его спасти. Ё-моё. Чаль, беда, беда. Скажу я вам. Собака. Собака спугнула как раз таки их. Что ж. Ну ладно. Так, надо посмотреть, что там. У нас в лагере, может, какие-нибудь вещи появились. Лось пробежал. Кстати, лось. Что-то я тупанул, надо было его забить. Мало ли, вдруг будущему шкура нужна будет. Ну ладно. Тогда потом забьем. Ничего не остается. Так, у нас ничего нету, да? Сверх такого. Окей. Что ж, я немножечко, как всегда, в общем, отвлекся. Но я думаю, ничего страшного. В целом. Это кто у нас такой? Интересность. Охренеть, это же этот редкий волк. Вообще круто. Вот бы его приманить, а. Так, ждем. Жрет. Идем, идем. Давай, давай, давай. Приключаем. Давай, 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 давай. Обомлеть. Вот это круто, а. У нас теперь есть редкий. Охренительно. Супер. Так, так осталось теперь собак нам приручить, и все. Нашу коллекцию. Так, кстати, как раз где-то редкие бегали. Кто там бегает, песни? Ну-ка, съешь-ка засранца. Давай. Сейчас посмотрим заодно, насколько он крут. Давай. Неплохо. Очень неплохо. Хомячит он на пятерочку. Так, надо его покормить, а то он покоцал немножко. Маляську покоцался. Так, что-то мне кажется, если я сюда упаду, будет больно. Чувствую, мне будет очень больно. Или нет? Так. Волка я отзову. Вот так, сплощусь. Пол жопы себе. Сжег. Трением. Ну ничего, главное, спустился. Саночек-то у меня нету. Ну, думаю, это не сильно страшно. Так, нам бы шкуру яка и перья. Где-то вот здесь вот уже я видел, летали птички. Бывает, иногда они еще садятся. Кто у нас там? Гаркает. Так. Тише, тише, Бобик. Тише, тише.
Ничего, Бобик, сейчас мы тебя приручим. Так, собака приручена. Это обычная, да? Теперь редкую бы найти. А редкая у нас черная. Ой. Ни хрена себе, волк средь бела дня. Че это он вдруг тут забыл? Так, навыки. Нечего качать. Что ж, ладно. Ставим это на потом. Так, что-то там опять у кого-то какие-то проблемы. Не знаю даже, мешаться, не мешаться, но попробуем. Ну-ка, прыжок веры. Есть. У меня все получилось. Так, это мамонт. А нам нужен як. Бейте предводителя захватчиков. Сейчас убьем. Давайте их выследим аккуратненько, тихо, мирно. Так, они, интересно, передвигаются или нет? Нет. Получай. Получай. Я тебе хедшотну. Тебе. Кто меня? Где ты? Покажись, гад. На тебе, гад. Скотина, подонок, подлец. А ты думал, я все равно тебе в голову попаду. Замечтался, блин. Ты его не убью. Я же уже сколько бегаю с луком. Я уже натренирован ваншоты раздавать. Ай, горю. Какой я горячий парень. Что-то как-то, в принципе, ребятишек так быстро раскидал, что уж... Не знаю, какая-то пустота такая душевная. Ну ладно. Кто тут у нас? Собачки. Вы бы еще дольше думали, нападать или нет? Несчастные. Так. Давай мне сюда свой шкурка. О, на валенке пущу. Я уже близенько. Что мне тут? Что у нас тут есть? Есть кого съесть? Или некого? Ай! Было больно, кто ты? По-моему, редкий. Или нет? Или... Чё? Странно какой-то был. Короче, он дурак был. Совсем больной. Зал на меня напал. Ведь знаешь, что умрет? Нет, нападают, блин, а? Как так-то? Так, олени. Северные олени, блин. Чё тут у нас? Типки какие-то. Пойму. Нет, вроде не враг. Хорошо, я тебя сопровожу. Куда тебе? Так, доберитесь до группы Винджи и поговорите с ними. Винджа. Окей. Доберемся до парнишей. Посмотрим, чем они дышат. Эй, ребят. Пацаны, меня подождите. Сколько вас тут? Что за группа? Чё ноем? Чё ноем? Ну не ныть. Погнали. Нельзя ныть. Ой, их тут реально затопило. Целую деревню. Что ж, бывает в жизни дерьмо. Случается. Чё тут ценного? Главное, висит. Отметка о том, что какая-то плюшка должна быть. Ничего-то я ни хрена не нашел. А. Понял. Понял. Все, брать нечего. А, так, кипиш. Так, пацаны, бой. Так, это мои. На тебе, в почку. Вентиляцию сделаю. В твоих легких дополнительно, а? Гаденыш. Так, давайте посмотрим, где у нас еще наши недруги. Есть кто еще? На мясо. Никого нет, что-то как-то все разбежались в ужасе. О, есть. Есть клиенты. Получи, гад. О, как лихо я их. Так, ну только тут шмонать бы по-быренькому, а то еще ребята бегут. Что-что? Держи. Куда я кинул его?
Да я его кинул. Блин, сзади заходит. Черт, черт. Получи. На. Ух, как я лихо их, а? Да я просто мастер метания копья. Че, пацаны? Погнали дальше. Так, соберем, че, пацаны. Что-то из... Нельзя, да, больше их, блин, носить. Надо улучшение найти. Так мало ношу их. Они очень нужны. Однако. Копья. Так. Что там какая-то хрень? По-моему, там деревня какая-то. Так, 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 я кого-то вижу. Вон, типы какие-то. Причем не одни. Эй, на тебе. Получи. Получи. На. Кишочки проветрим. Проветрим кишочки. Ой, я промахнулся. Да ё-моё. Тогда дубинку получи. Я, как говорится, не гордый, тебя и дубинкой отлуплю. Чё, кто у нас там? На тебе в голову. Получай. Фу. Парни какие-то вообще дохлые, я не знаю. Как так? Кто их войнами вообще нарекает, а? Слабаки. Так, что у вас по карманам есть, а? Что у вас есть по карманам? Блин, мне вот за копьями, походу, нырять придется. А то из меня такой снайпер. Два копья в воду вогнал. Капец. Так, там, кстати, еще вон парни были, да? Я их спас, получается. Так, чуваки. Что тут у вас? Ну-ка, покажите. Что там за херня? Что такое? Остановить. Тотем духов. Хорошо. Допустим, установил. Что дальше? О, это мешочек. Интересненький. Все, ребятишки ко мне присоединились, на мою банду. Ништяк. Нас все больше и больше. Что это? Здесь что-то ценное? Агась. Окей. Ладно вам орать-то, ё-моё. Чё у нас тут? Костер. Точка воскрешения, доступ к тайнику. Освобождение. Пещера. Так, ясно. Тут мишки гуляют. Ага, волк, кабан, пещерный лев. Еще тут ареал обитания неизвестен, да, чей-то? Олень, тут кабан, коза. Я, наверное, пожалуй, пойду отожму вот тут факел. Зажгу для того, чтобы быстренько тут перемещаться и плюшки получить. А потом пойду, пожалуй, по соседним квестам. Надо подкачаться, я думаю. Прежде чем дальше проходить игру. Кто это? Ты кто такой? Блин, это же, по-моему, орел был. Вот это я лопухнулся, а такой шанс был. Потеря потерь. Я мог бы сейчас орла захерачить и получить перья. Ну ладно. Печаль, беда, конечно, беды меня будет преследовать. Я, пожалуй, как-нибудь переживу. Так, по силе, конечно, редкий гораздо круче. Ой, у них еще и плюшки есть. И зим для огня. Ага, редкие. Нифига себе. Так, окошко, что тут? Ух ты. Это вот лев, похоже, да? Редкий черный лев. По силе. Вот скрытность у них повыше у кошек. В отличие от волков и собак. Хотя вот у него, у собаки редкой скрытность неплохая, только вот силы мало. Барсук? Ни хрена себе. Барсук. Так, ну такой так себе, ни рыба, ни мясо. Бурый медведь. Силы много. Слишком заметный. Саблезубый тигр. Тоже такой сильный и очень быстрый. Так, пещерный медведь, просто мега-танк. Большой шрам, это, видимо, боссы какие-то. Потому что у них тут вообще большие показатели. Ну, серьезные вещи можно приручить, я скажу. Такие зверушки мощняцкие. Кто там у нас? Что такое? У кого-то? Да
Как так они пролетели сквозь тебя? Зараза. Ах ты четерюга несчастный, а? Подонок, подлец. Куда я их бросил? Где мои копья? Получи. Мне надо мясо погрызть немножко. А, сырое пойдет, вообще нормально. Как говорится, с пивом пойдет. А, зажечь. Хрясь, зажгли. Мы зажжем здесь немножко. О, наша сова. Так, так, так. Неплохо, в принципе. 400 очков. Прокачаемся. Ой, еще чуть-чуть мне осталось до левелапа. Вообще здорово. Вот, интересно, куда сквозь пролетело копье? Я уже, кстати, замечаю этот косяк не первый раз. Тут, как говорится, либо я рукожоп, либо все-таки они реально летают сквозь. Что из этого правда, не знаю. Трудно сказать, но... возможно, то и другое. Так, защитите виджио хищников. Блин, чуваки, вы бы еще дальше спрятались. Как должен вас защищать, а? Козлы. Так, братаны. Черт, у меня нету кошки. Я к ним слезть никогда не могу. Мазафака! Это тот самый медведь. Он меня искал. И упал вниз. А! Зараза. Так. А, это типы. Блин, я так хреном в башку попаду. Так, копье у меня не осталось, да? О, зато дубинка есть. Так, медведь же как-то здесь забежал. Так что, в принципе, и я забегу, получи. На, скотина. Ой, надо отсидеться. Жрем, жрем. Жрем, жуем. Кто где? Получи, получи, гад. На тебе, скотина. Ай, 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 горю, горю. Что-то я как-то это... я старался, блин. С костром. Так, надо еще мишку пойти быстренько обшмонать. То мои копья забрал, зараза. Угу. Палочки. Блин, я офигенно пожар устроил, однако. Нехило так. Нахулиганил. Надеюсь, меня простят обитатели леса. Так, а куда медведь делся? Он же здесь был. Пипец. Реально он тут был. Так, если я так брошу палку, то она устроит супер-пупер пожар, что ли? Там какой-то тип он гуляет. Смотрите. Давайте посмотрим его, кто он такой. Ты друг или враг? Короче, не друг. Медведь. Кабан. А-а-а! Я валю от них. Нет. Нет. Чуваки, вас слишком много. А я один. Нет. Кто там? Еще какая-то херня. О, мое спасение. Пошел, пошел. Полез, полез. Ай! Пол жопы оторвал, блин. Зверевший. Скотина. Так, ты на тебе. Получи. Что ты ноешь? Получай, Мишка. Скотина. Да-да-да-да. Огрызай сколько хочешь. Фу. Да ладно. Мне показалось, это, по-моему, рычит тигр. Что-то как-то не хочу я там дусить наверху. Пожалуй, я спущусь сюда. По-моему, там реально был тигр. Либо лев. Не знаю кто, но, короче, лучше там не тусить. Это стопудово. Что это за птичка здесь нарисована? Ага. Главное, написано дорога, да?
А, крюк, крюк. Ясно. Крюком. Чё, навыки у нас? Понятно, что навыки. Так вот. Не могу я. Куда я, кстати, упер? Костер. Ага. Там что-то страшное. Охота на зверя. Много опыта шкуры зверей. Хм. Так, аванпост, бла-бла-бла. Бонусы какие-то будут. Что ж. Давайте попробуем все-таки туда пробраться. Где-то всякое здесь есть туда. Возможно зайти, подняться повыше. Медведь. Еще один медведь. Получи. Получи, гад. На тебе. Станет мне противный. Ай, ай. А если сейчас он меня за жопу укусит, мне хана. Так, жуем мясо. Так, дядя Миша, ты вообще оборзел. Это его не взяло, что ли? Крепкий какой медведь, мать его. Как я его завалил, хер пойму. Он еще, кстати, мое копье захомячил. Понимаю, его, наверное, здесь уже не найду, да? А, вот оно. Оно просто пало с него. Там он еще моя стрела, я смотрю. Нифига себе. Серьезное дело, однако. Что-то у нас из хищников бегает, шевелится. Давайте волка нашего позовем на помощь. Все-таки он редкий. Кто это? Кто-то лохмато-полосатый. Тигр, что ли? Хрен знает. Преследуем. Толпа кого-то. Кто это? По-моему, волки. Так, надеюсь, они меня не заметили. Хрен там с два, они за мной бегут. Да? Или как? Кто где вообще, не пойму, что за... Месиво. Так, чувак, на, поешь. Офигеть. Киська. Мы убили киську. Так. Сдохло должен лежать. А, не за козой. Офига себе, целая стая волков, ё-моё. А, тут отогнал. Тут люди. Так, одного я волку отдам. А может и не отдам? Не, я сам убью. Держи, нежданчик. Ребятишки как-то совсем расслабились, блин. Тоже мне охотники несчастные. Лошьё. Так, туда я не попаду, да, так? Ладно, пошли вдоль. Как говорится, если... Гора не идет к Магомеду, то Магомед пойдет к горе. Кто это? Ну-ка, разберись. По-моему, волк. Черт, птица была, она была его зафигачить. Ну ладно. Ничего страшного, я думаю, у меня еще будет шанс. Кстати, а кого он тут хоть хомячил-то? Тут кабан. А, человек валялся. Ну-ка, съешь его нахрен. Чтоб он не выделывался. Чё тут у нас? Там целая стая гуляет. Думаю, надо сваливать отсюда. Чё-то как-то раздерзился. Следующим так перегрызанным может быть я. Или мой питомец. Как ни хрен делает, так что надо бежать. Однако отсюда нафиг. Так, там, тут он отмечен, у меня злый день какой-то бегает. Так, ну мы вроде обошли их аккуратненько, да? Смотрите, там лапа. Лапу надо взять. Вон она. На самом дне. Сейчас мы ее активируем. Так, никого тут нету, крокодила, например. Кстати, нам уже бонус обещали, как раз это моя третья рука. Бонус.
Там костер горит. Давайте наведаемся к ним. Кто там у нас? Тусует. Тут кровь. Это деревня. Так, убежище разорванной плоти. Тут никого нет. Пустына. Какая-то деревня. Всяко тут кто-то когда-то жил. Ага, а вот и трупы. Ну ладно. Пойдем дальше все-таки. А то мы сбились с нашего пути. Чуть-чуть осталось. Вон там костер. Кто это? Волк. Волк это, конечно, хорошо. Особенно если у тебя есть тоже хороший волк. Кстати, надо подлечить бедолагу. Все, 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 успеешь поныть. Что, мясо не хочешь? Чувак, я хочу мясом тебя покормить. Ну, ладно, не хочешь, так не хочешь. Так. Это наши. Окей, что такое? Что ты хочешь? Бла-бла-бла. Так, ни хрена ценного нету, да? Что тебе надо? Что тебе надо, несчастная? Я так и не понял, что тебе надо. Мясо или кого ты хочешь? Что ты от меня хочешь? Объясни мне. Так. Мясо. Извини, я все, короче, пропустил, так что вообще не в теме. Или может ее поохранять надо? Не пойму. Короче, я провтыкал. Бла-бла-бла-бла-бла. Так, что мне делать? Там вот тоже бурый медведь. Костер. Там я был, да? Там я был. Ух ты! Смотрите, там кто-то идет с факелом. Давайте устроим сюрприз. На тебе, зараза. Вот и все. Вот и круто. Блин, там кабан, что ли, напал на меня? Ну-ка. Чувак, ты куда побежал? Че, в натуре кабан? О, господи. Сейчас будет за ним полдня гоняться, а? Так, все, завалил. Кто? Ага. Ладно, сами разберутся, не бегают. Ну, тоже кто-то есть прямо по курсу. Угу. Уже ушел. Ну ладно. Так, я ж могу. Так, наделаем. Подожгем одну. Ну-ка, если так раз. Пожар будет. Ага. Прикольно. Очень прикольно. Можно такие ловушки делать огненные. Так, кто там мерцает? В текстуре, что ли? Завис. Змея. Получай, скотина. Так, с ней ничего, да, нельзя делать? По принципу, тупо... Тупо змея и все, без вариантов. Ну ладно, ладно. Поделаешь. А, куда он меня вообще приведет, интересно. Кто там белый какой-то тип? Смотри, они кого-то гонят, да? Чуваки, вы кого там прогоняли? Типа какого-то белого. Давай его поищем. Так, я его не вижу. Вверху. Ну ладно.
Видимо, вы его уже прогнали, так. Кто? Съешь собаку. Так, быстро? Чё, реально? Ни хрена себе. Я думал, подольше будет. Что ж, наверное, пойдем обратно в наш лагерь. Там что-то надо построить. Менюшка горит. То я что-то как-то отвлекся, как всегда, нехило. На прокачку персонажа. Надо отправиться, наверное, все-таки назад. По пути желательно бы перьев раздобыть. Может, где-нибудь найдем что-нибудь пернатое. Так, вода. О, смотрите, камень есть. Перед этим можно лени какого-то спасти. Кап. На тебе. Зараза. Окей. Вставай, беги отсюда. Плохо. Так. Где-то здесь есть камушек. Веселый камушек. Вон он. Ё-моё, крокодиля кусок. А я его не заметил. Как так-то? Крокодил, давай ты тоже притворишься, что меня тут не было, окей, да? Как отсюда вылезти нахрен? Ух, ребят. Охренеть. Че, он даже не шелохнулся? Ему насрать? Странный какой-то крокодил. Кто он? Ладно, я тогда его грохну. Вот так вот. Вообще ни в какую. Ладно. Вообще какой-то наркоман. Я его тупо расстрелял, он хоть бы шевельнулся. Нет, так нет. В принципе, шкуру заберу. Тоже неплохо. Пущу на сумку. Или на кошелек. Кстати, где я вообще? А, все правильно. В принципе, все правильно. Смотрите, здесь кто-то редкий пробежал. А, и сейчас бежит. Так, а у нас как раз редкой собаки нету, вообще классно будет. Сейчас мы забацаем тему. Так, так, тихо, тихо, тихо. Черт, мы его спугнули, блин. Ну ладно. Пробуем, конечно, поискать. Не знаю, получится, нет, по запаху пойдем. Да, след пошел. А, вот собака. Тихо, тихо, мясо, кушай мясо. Не смотри на меня. Ты кушай мясо. Тихо, тихо. Теперь я тебя приручу. Тише, тише. Есть. Вот и коллекция. Так, все, вали давай. Кабанёнок. Ай! Вот ты дерзкий, а, кабан? Кто там? Другой, что ли, кабан? На тебе, зараза. Блин, копье промахнулось. Нет. Куда пошел? Кабанёнок, а? Собака такая. Захомячим. Где другой? Куда он убежал? А, вот он. Вот. Взяли моду, блин, убегать от меня. Сначала нападут, потом убегают. Нельзя же так. Что, отсюда спуститься смогу? Цивильно. О! Классно. Ай! Ай-яй-яй! Больно же. Что тут? Блин, это сраная пещера. Вот как сюда попасть, интересно. Это очень интересно. Так, волк побежал по кругу, ладно. Отзову его. Он если так реально будет бегать, я запарюсь его потом ловить. Куда он там убежит, хрен его знает. Что тут у нас есть? Так, птички-то чвыркают, это круто. Так вот, еще бы их найти и завалить. Было бы вообще классно.
в идеале. Да? Уже бы прокачать, например, хотя бы колчан для стрел. Вот сейчас птичка была и упорхнула прям под носом, а? Что такое? Съешь его. За его дерзость. Так, он птицы летает, но их, наверное, хрен. Что такое? Мамонты! Етить, колотить! Чувак! Только не мамонты, блин. Как так-то? Давайте его спасем. Отзовем. Пусть убегает. Пошел ты в жопу. Я от тебя буду прятаться. А ты думал, так все просто? Подожги. Ай-яй-яй, он меня втащил. Ай-яй-яй. Больно, больно. Жрем, жрем. Получи за собака. Че, пойдешь за мной сюда? Пойдешь? Нет, пойдешь. Ай! Ай! Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Вода, вода! Да ладно, что ты за мной сюда поплывешь? Че, на дуре поплывешь? Все-таки не поплывешь. Лучший гад. Все, ты подох. Собака. Сколько стрел на тебя потратил, сволочь. Ну зато захерачил мамонта. Прикольно. Жир. Еще один тусует. Фух. Это была нехилая битва, а? Так, опять птички. Где эти сраные птицы, когда они нужны? Так вот захочешь захомячить птичку и фигушки. Так, поросенок бегает, по-моему, от сокола. Это же гоняет их. А, собаки гоняют. Понятно. Там он редкая собака. А тут кипишует. Ну ладно. В общем, стрелы все-таки мне нужны, прокачанные. Нужны для этого перья. Потом прокачаю, тогда не буду задерживаться. А то я сейчас так могу часами здесь бегать, только тупо ради этих двух птичек. Или сколько их там надо? По-моему, две. Так, пойдемте в нашу деревню. Окей. Совсем близко. Чуть-чуть осталось. Так, может, я птичку вижу по пути? Было бы круто. В принципе, я ее слышу, но что-то как-то не вижу. Так, там эта пещера с секретом. Так. Два типа. О, кстати. Там, чтобы прокачать дальше навыки, нужно хату этого друида улучшить. Давайте попробуем. Попробуем провернуть это дело. Может, мне хватит ресурсов? Так. Здорово, чувак. Чего такое? Бла-бла-бла-бла-бла. Самквай дауса. Дайвадамши. Акрапи шаю квая. Мы уже поняли, что тебе нужен шалаш. Нажмите А, чтобы открыть меню деревни. Меню мешка. Бла-бла-бла. Улучшение хижины. Хорошо. Улучшение. Оба-на. И... есть грязь. Готово. Чувак так радуется, блин. Хотя не свидетельно, почему бы и нет. Собственные квадратные метры. Так. Принять, хорошо. Так, чтобы его улучшить. Халупу что надо? Шкура редкого льва. Понятно. Понятно. Так. О, открылись навыки. Леопард. Так, саблезубый тигр и бурый медведь. Два навыка надо.
Так, бросать бомбы с пчелами ярости. Бла-бла-бла. Так, а здесь мощная атака позволит убить. Давайте прокачаем навык. Весьма интересная, думаю. После атаки Савин на вас требуется 65 секунд вместо. Хорошо. Ого, жирно взяли. Шпадвачка. Сильных элитных врагов. 3 очка нужно, да? На это 2. Чули. Так. Ну хорошо, хотя бы давайте с этим разберемся. Остальное потом подумаем. Как, чё и почём. Замечательно. В целом. Что тут у нас? Тут тоже какое-то улучшение, он горит. Хижины. Ого, они тут уже обустроились. Фига себе. Крутые парни. Так. Тик-тик-тик. Все с тобой ясно. Смарка кагуар, тичаска манчлауса. Тебе тоже халупа нужна. Мачи винджа гуамарш. В принципе, как всегда. Пачарш. Айш кауха дамшамас. Улаш вайшвайда. Винджа ча чая. Поменьше слов, побольше действий. То есть вот, а вот он камень, да? Шкура оленя. Что ж, хорошо, мы улучшим, в принципе, нашу деревню, но улучшим ее в следующей серии. А сейчас ставьте пальцы вверх, кому понравилось это видео, оставляйте свои мысли в комментариях, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем пока-пока.